нас посетители. Посетители? Ну, займись. Сделай хоть что-нибудь полезное. Я, пожалуй, спрячу в доме. Ой, там их... Нет, совсем. Ну, заходи уже давай. Не-не-не, я тут постою. Я тут подожду. Их тут четверо. Я дверь закрыл. Ты охуел? Открывай! Закрывай. Хе-хе. Пошли на балкон. А где все? Где движуха? А, вон бегают. Движуха там. Да нет уже никого. Держи оборону, я на подходе. Мы ж там мост, по-моему, так и не доделали, да? Самое интересное, что ловушки целые. Ну, они умнеют, видимо. И вообще у нас половина ловушек деактивирована. Нет, вот эти активированы половина, которая в форте. Угу. О, нифига они там уже. Я лично считаю, что нам нужно принять бой. Да они уже ушли. Куда-то в закат. Кролики, птички. А чё, всё что ли? Не попал. Да они ушли, я ж тебе сказал. Попал. Короче, там возле ловушки кролик лежит. Возьми и съешь. Ловушка сработал. Там кролик не сидит. Возьми и убей его. То есть не бери в руки. О, у нас клиенты. Где? Кто? Кого? Ага, вижу. Блин, только кролик хотел подобрать. Давай. Они с моей стороны опять нихуя не заходят. Пытаются ломать стену. Да, я вижу, слышу, наблюдаю. Короче, ладно, развлекайся, я тут запилю пока жаровню. А то их тут много, а жарить негде. Твою мать. Там три камня подбери по дороге. Я не понял, что за это. Они фантастическая там... пассивность. Они там по принципу hit and run, походу. Да не подбегут. Постучат по стенке и убегут. Может, они просто внутрь хотят. Так, пойду все-таки короля заломаю, которого пристрелил. О, баран. Блин. Ой. Ой-ой-ой. Ага. Ага. Тащи его сюда. Да, вот тащу. Веду клиента. Или не веду? Нет, веду. Двоих. Есть. Вижу, вижу. Я пойду их обойду с тыла. Ой, блин, что-то я слишком близко их с тыла обошел. Сейчас второй будет, походу. Да, с моей стороны причем. Давай, ебать, урод, подходи, блин. Эй, ты дебил. Хорош ломать забор. Ты там как? Держусь. Хм, не ваншотнуло. На дерево полез. Плохо. Что-то их с ловушка. Вот эта ловушка их не цепляет. Мне нужна помощь, блядь. Я здесь. Ха-ха, двоих. Двое. Я видел.
Отлично. А, это второй, который стрелами утыканный. Он бежал все-таки. Даже дай я стрелы соберу. Тот, который у меня без стрел. Я вижу. Я уже собрал. О, кролик в форте. Охуевает. У меня опять не загорается твой костер, короче, сжигаю его сам. Сейчас. Сука. Вертки как. Плохо положил. Блин, ты посмотри на этого бешеного кролика. Бля, у меня вообще нихуёво так раздамажил. Наломай мне ящериц, пожалуйста. Да я там уже чуть-чуть. Шухер! Коля, сзади. Сзади. О, отлично. Я бегу, куда ты вышел? Ой, там их много. Ща, погоди, отойди, я сагрю его. Шухер, Молотов! Ну, нихуя, серьезный подход. Так. Он убежал. Да, я вижу, сейчас я стрелу заберу, погоди. А чё он не берется? А, во. Пойду поджарю. Голодно покрыто. Готово. Так. Ставь чистокол. Не забудь про то, что он должен. Я хочу поставить мост для начала. Оп. Наслаждайся. Всего 66 бревен. И мост твой. Ушли-то. В смысле? А, что стемнело? Там приехали, да. А. За нами выехали. Окей. Местный бомонд. Короче, остались только черепа. 7 штук. Сплю. Нас ждет форт Содружества. Холодно, мокро. А ты форт собрался. О, черничка подохла. Я кинул двух зайцев в костер наверху. Я налопался черники. Надо что-нибудь придумать на третьем этаже, там, не знаю. Блэкджек. Куртизанки. Куртизанки вон бегают. Короче, я думаю, что вот эту вот ловушку надо включить. Вот эту ловушку. А, блядь, нет, ее нельзя включить, потому что она у нас как бы защищает с другой стороны. Но ее можно уничтожить. Да, надо уничтожить ее. О, а, клиенты! Пошли. Вижу. О, их много. Их прям тут конские толпы. Давай сюда. Да я агрю. К тебе бежит. Вижу. Больше не бежит. Блять. Сука, я не смог ее активировать. Активировал. Вижу. Так, агрю он того. Или не агрю. Блин. Как ты прошел? Сможешь? Ловушку включил. Блин, я стрелу просрал. О, вон еще. Толпы бегают. Уже. Ну давай сжечь еще. Пол хп у меня уже. Ой, пол брони нет.
могу дать шкуру. Шухер. Быстро на лифт. Ну или в форт. Ты куда побежал? Я в форт. Окей. Че на лифте-то делать? Сосать что ли? С лифта можно перепрыгнуть на платформу, с платформы по мосту перейти. Кстати, где он? Я забыл. Мы ж мост закончили. Ну где ты там истеришь? Я тебя не вижу, чувак. У тебя есть кто? Нет. Короче, я наверх полез. Пошли спать. Темно, страшный, телевизора нет. И дождь идет. А под нами какой-то дебил носится. А, вон он. На тебе. Не трогай мою платформу, падла. Я сейчас упаду. Он залез на платформу, Коля. Я вижу. Беги в форт. У меня... Да не туда, в форт беги, блять, их тут уже трое. Я так понимаю, запрыгнул на платформу на дерево, да? Нет, он запрыгнул просто на платформу. Угу. Ловушка активировалась. А, хуй с ним, пошли домой. Можно с балкона понаблюдать. Можно спать ложиться. Давай.